Да прибудет с вами на силы, с вами Дарт, мы продолжаем играть Carnivorous Dinosaur Hunter Reborn. И сегодня у нас будет карта, на которой вообще нет хищников, только одни травоядные. Я считаю, лучшая карта в игре. Всем приятного просмотра, и мы начинаем нашу охоту. Так, высадился. На кого будем охотиться? Так, у нас тут впереди есть стегозавр и анкилозавр. Ну, давайте просто посмотрим, какой у них вес. Если это какие-то увесистые ребята, то вот он. То, в принципе, почему бы их не поймать? 4,5 тонны, да не особо интересен. Валили 5-тонных. Так, он меня слышит. Блин, анкилозавра, конечно, озвучка тут просто жесть. Так, кто у нас там впереди? О, трицератопс. Ну, если не поймаем... если анкилозавр нас не устроит по весу, да, нам есть куда идти. Так, вот он. 6,41. Нет, а сколько весит наш трицератопс? Что, слишком далеко? Или... это редкий! Это редкий трицератопс, ребят. Нам нужно вообще очень срочно, присрочно его поймать. Но думаю, это нам не составит труда. На этом острове тупо нет хищников. И... ну, вы, к сожалению, увидели из-за того, что в эту игру я уже играл. А изначально все эти карты открываются за очки, набранные вами во время охоты. Поэтому, кто только начинает играть или что-то типа того... я вам очень советую купить эту карту. Здесь вы сможете набивать фраги только так. Сможете поймать редких животных. Хотя на Туманных островах, кстати, тоже есть редкие животные. Такие слишком огромные, имеется в виду. Всякие гигантские стегозавры, там 5-6 тонны и прочее. Так что не факт, что именно на этом острове вы найдете самые большие экземпляры. Так, вот я знаю, что он там... но я его не вижу из-за того, что я в низине, а он... вот он, да, это редкий. Вы видите, у него даже окрас тела другой. Так, стоп! Их же тут нету! Я наврал, на этой карте есть хищники. Да. Обрадовал-то вас. Ладно, забирай. Так, а сколько тут паразуролов весит? 2,75. А трицератопс тот весит 10 тонн. Девять тонн. Смотрите, какой красавец. Какой красавец. Голубоглазый. Забирай его. Там еще один трицератопс. Что, ты мне эвакуацию вызвал? Зачем мне эвакуация, чувак? Мне нужна эвакуация.
В смысле купить лицензию? Ну ладно. В общем, этот хищник тут оказался случайно, типа его тут не должно быть, потому что я даже не могу его заколлектить, потому что мне говорят, купите лицензию, то есть у меня тупо нет лицензии на этого динозавра, а у меня открыты все лицензии. Это значит, что либо я что-то еще не открыл, либо этот хищник появился просто из-за того, что когда часто бываешь на одной и той же карте, чтобы как-то усложнить тебе жизнь, они засовывают сюда хищников. Еще достижения получили. Ну вот, походу, еще один цератозавр. Видите, он даже не светится, потому что его тупо тут не должно быть. Да, он еще и редкий. Как можно было так лохануться, я не знаю. Четыре восемьдесят одна, пять шестьдесят девять, 11:55. Ну-ка ты стой. Куда собрался? Вон, смотрите, какие-то кости тут. Каких-то гигантских мутантных динозавров. Так, там еще какой-то трицератопс есть, да? Но я его фиг вижу. Он у меня даже как трофей не обозначается на карте, этот цератозавр. Печально, если он сейчас будет очень много весить, я не смогу его заколлектить. Да, он весит 20 тонн. Почему? Самый гигантский цератозавр, по-моему, которого я ловил. Мы посмотрим, конечно. Так, я же... Ух ты, ёшкин кот. Так, я же правильно бегу? Я правильно бегу. Целых два трицератопса сразу поймаем. Опа. А кто это? Кто это меня палит? Так, трицератопс, сколько ты весишь? 11:55, такого я уже ловил. В принципе, ты как-то мне не интересен. Только если как... Так, скажи мне, а где твой приятель? 10:66. А крупнее 11:55 никого у вас нет на острове.
Ловить вас только ради кристальчиков, я бы хотел трофеи пособирать. Ну, думаю, вряд ли тут это будет больше 11 тонн. 12 тонного я тут вряд ли найду, у меня такое ощущение. А, просто всех их поубивать. И все, кристаллы собрать, да уйти на следующий остров. Посмотреть, может, можно купить лицензию здесь на цертозавров. Да ты шо? И где мы? 10 тонн. Вон, давайте поймаем. Этих я просто поймаю и не буду забирать. Сразу храпака дает. Ага, я тебя увидел. Дал дёру, да? Ну ладно. Так, там где-то еще трицератопс. Интересно, сколько он весит. Это 10,96. Давайте вот этого. Что это? Кто это летает тут? Да кто тут летает? Я тень вижу, а этого засранца не вижу. Кхе-кхе-кхе.
Мне бы за кристаллики забрать, если вы позволите. О, господи, что ж ты делаешь-то? Все, бежим! Он же дикий. А, слава богу, убегает. Ну, в целом, я думаю, мы тут закончили. Смысла больше показывать нет. Такс. Ой, где тут? А, вот 9.86, Циротозавр 1.15, Интрофи Галерии. Вот это, видите, не смог его затрофеить. Да, печалька. Так, вот дайте-ка... Вот, смотрите, нету, видите, я его тупо не могу тут добывать на этом острове. Да? Здесь должны быть тупо одни травоядные, то есть здесь не должно быть хищников. Видать, это сделано из-за того, что очень часто, когда приходишь, они такие, блин, братан, что-то ты очень много охотишься, давай-ка мы тебе усложним задачу. Так, вот на этом острове есть все, кроме стегозавра. А, увидим с вами в следующем видео в Великом Туманном Лесе. С вами был Дарт Сидиус, всем всего хорошего, увидимся в следующем видео. Обязательно вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем пока!